сегодня третий день, и у нас начались тренировки. Но я, к сожалению, сегодня не пошла на тренировку, потому что я чуть-чуть приболела. Сейчас должны прийти с тренировки девочки и заплестись, накраситься, так как сегодня у нас фотосессия. Пока что мы не знаем еще для чего. Нам сказали быть в купальниках, накрашены и заплетены. Наверное, после соревнований вы уже увидели, что у Насти Симаковой новая прическа. Поэтому я буду снимать все происходящее вам. Сейчас мы идем на обед. Нет, вначале мы идем в номер. Диана, сзади. Так, а потом пойдем фоткаться. Вот, смотри, какой я. Кто? Вау! Смотрите, как круто! Вот. Так, сейчас я быстро возьму мешочек. Четвертый час. Всем привет! Сегодня третий день тренировок. Сегодня я чуть-чуть начала тренироваться. Я сделала 2 прогона с ленточкой. И сейчас мы посмотрим, как тренируются девочки. Нам еще осталось 14 дней, 15 часов, 41 минута и 50 секунд до чемпионата мира. Посмотрите, как проходят наши тренировочки. Да, вот Соня тренируется, а вон там экран. А еще нам сказали пить воду только из стеклянных бутылок. Тренировка еще не закончена, будем тренироваться. Идемте сходим в главный зал, посмотрим, как тренируются еще остальные девочки. Анфиса! Вероника, Борисовна, я снимаю видео, чтобы потом осталось в памяти. Что вы скажете? Я скажу, что Дашка самая лучшая балерина из моего арсенала. Балерин! Как проходит день? Прекрасно, на телефоне. А вообще, ну, нормально. Больше всего меня радует Дашечка. Мы сейчас
находимся в зале, и я не смогла с собой взять камеру, так как мне очень нормально снимать, когда мы тренируемся, и поэтому сегодня я снимаю на телефон. Завтра у некоторых девочек контрольные, у которых сегодня не было контрольных. Это я и еще групповички, и, наверное, скорее всего, Соня. Так как я первые 2 дня болела и не тренировалась, у меня еще 1 день остался на тренировке, поэтому у меня контрольная завтра. Всем привет! Это снова Дашин влог. Сегодня у девочек тренировка происходит в соревновательном режиме. Вон там главная площадка, там сейчас групповички. Вот. Да нормально, нормально. Вот Настя готовит. Итак, внимание, мы перемещаемся на прыгун Анастасии Сипуковой. На рассветом, на рассвете заглянул в соседний сад. Там вот Саша делает мяч, а вот там Соня делает мяч. Всем привет! Сегодня 13 июля, и сегодня закончился тренировочный день. Сегодня было 2 контрольных. И у меня чуть-чуть побаливает колено, и вчера я была отстранена от 2-й тренировки, потому что пошла на лечение. И сейчас мы идем вместе с вами в медкабинет. Вот это бета. Вот так ставишь на бумаге. Включаем А, Б. И вот так вот. Опа. И ты добавляешь. Ой, ой. И там вот идет то. Летом ходишь в куртке. Да, я летом уже в куртке, это нормально, но даже сейчас и все в куртках. Лала в куртке, а все остальные в жилетках, кроме меня. Я в 2 кофтах. Ну как бы вот. И вот это самое главное. Я в первый раз смотрю, сколько здесь было дней? 17? 17. 17? Да. Осталось, короче, 4 дня. Ну, тут 4 дня, 22 часа, ну, как бы, это 5 дней. Ну, а без одобрения у нас получается 4 дня всего. Почему не так мы? Здрасте. Это видос? Да. Ой, всем привет. Гулянем. В общем, мы идем, и там впереди девочка маленькая босиком. В одном боди босиком фотографируется, и мы идем тут такие все в куртках, в шарфах. Всем привет! Сегодня 15 июля, и сегодня закончился наш тренировочный день. Я только закончила, и сейчас буду собираться, и пойду в номер, наверное. Кстати, на экране все так же висит время. Вот там. Сейчас я снимаю уже следующий день, также вечер. Мы прошли уже 2 тренировки контрольных. И завтра у нас будет выходной, а послезавтра у нас опробование. Что скажешь про сегодняшний день? Я скажу то, что до мира осталось 2 дня. И я выступаю в 2 вида. Мне сказали за 2 дня, что я делаю мяч еще. Но я играю в игрушку. Смотрите. Опа, чай, вы видите, вы так сидите?
Всем привет! Сегодня мы были на пресс-конференции, отвечали на вопросы. В основном задавали вопросы Винсанне, но некоторые вопросы задавали и нам. Много прессы было, нас снимали, и мы были примерно там 30 минут, да? Сколько мы были? Ну, минут 30-40 сидели. Там были такие микрофончики, их можно было так нажать, они выключались. Да, и так двигались. Нам сегодня выдали аккредитацию и шляпы. Да. Это у Гурбуличек, у нас, у Ужасан тоже есть такая же шляпа. Почему тебе это сказали? Ну, у меня на разные два. По-моему, другую сделают. А у меня два пучка таких. Мы видим вот такое у себя. Ну, посмотрите на это. Скорая медицинская помощь. Хороший вид из окна. Не правда ли? И сейчас мы уже прошли опробование. И вот, и у нас уже через... Час? Час. Автобус в другой зал на тренировку. Завтра у нас выступает Настя. Привет. Настя и мама. А послезавтра выступает еще раз Лала и я. Мы приехали в другой зал, где проходила гран-при. И здесь находят 4 ковра. Много достаточно людей. И у нас время только через 1,5 часа, поэтому мы пока лежим. Спортивного мастерства, по славу спорту и чести гимнастов.
слова.